самом деле, я не люблю людей, я незваный гость. Всем привет, ребята. Сегодня иду на той в ресторан «Алтуну» я в качестве незваного гостя. Как я узнал, что там будет той, просто позвонил и спросил, у вас сегодня уже ту или свадьба? Мне сказали, что свадьба. Я спросил, во сколько? Мне сказали, в 5. Все, я понял, принял и выкатил. Все, я на месте. Там уже все фоткается. Сейчас закрыто, да? Можно колу, да? А вот здесь. Так, смотрим. Тут меня попросили поучаствовать в видео для молодожен. Микрофончик? Давайте. Может, все-таки без очков это там? Ну, давайте, мне нравится образ в очках. Последнее мероприятие в вашей памяти. Последнее мероприятие в нашей памяти? Посиделки вечерние, скорее всего. Озвучьте звук любого животного. Животного любого? Мяу. Мяу. К сожалению, было. Может, что-нибудь мужественное там? Тигром, волком что-нибудь. Ау! Какую зарплату, если бы хотели? Зарплату хотел бы? Ну, 30 миллионов в месяц. Нормально будет. Думаю, было бы нормально. Сколько стоит хлеб? 130-140. Честно, давно хлеб не покупал. Так мало? Я просто за хлебом не хожу. В основном матчи ходят. Ну, хотели, чтобы дороже не дешевле стоило? Ну, я думаю, цена вполне приемлемая на хлеб. Зачем молодые парни ходят в ночной клуб? Ну, у всех по-разному. Некоторые ходят, потому что хотят развлечься, потанцевать. Например, в случае меня, я хожу просто потанцевать и развлечься. У некоторых свои какие-то там желанские движения. Кто поймет, тот поймет. Ауч! Прям по мне попали. Тут у нас Бухарлен. Мен сол жағындағы қонақтарымыз, мен Бахтияр Кран! Еще раз, Бахтияр! Познакомился с ребятами. Как еще раз зовут? Абай. Абай. Ну, приятно познакомиться. Я нет. Я с другого места. Ты кем занимаешься? Я видео снимаю. А? Видео снимаю. А чем ты занимаешься? Видео снимаю. Вот. А. Этими занимаюсь. Видео? Типа такого, да. А, вот такие.
Ну, чем занимается? Вот и видишь меня. Мы коллеги партийные. А, то что же недвижимость получается? Ну, в этой же сфере. Этажи, в этажах работали? Витрина, ванна. Покажи меня, не взяли. Тост буду говорить, скажу. Гент 007. Да, да. Сейчас минут 5 и выйду, тост скажу. Всем привет, здравствуйте. Я вот хотел сказать, пожелать вам искренней любви, счастья, здоровья. На самом деле, я не великий, я не славный гость, меня никто не знает, я вот снимаю контент, я пришел и с вами отмечаю, знаете, да? Но я пришел не с пустыми руками, и я хочу от души поздравить Бахтияра с Гульмирой. Я честно, вот, меня кто-нибудь знает, скажите кто-нибудь. Я вот просто рандомный гость, зашел зайти в ресторан и посмотреть, каково это. Когда ты приходишь на казахский той, и я чувствую себя как бы своим. Немножко на измене, конечно, но все равно я как бы чувствую себя комфортно среди своих, среди казахов. Я обожаю той и желаю вам искренней любви, счастья, здоровья, чтобы у вас было детишек побольше, денег миллиарды. И вот у меня для вас, я не с пустыми руками, сюрприз для жениха. Подпишитесь в Инстаграм богаче. Я не знаю, конечно, на кушу улыбнулся. Но тем не менее, мы разговариваем по Бахтияру Гульмире. Давай так вечер посмотрим. Фу, наконец-то закончилось. Это было очень волнительно, очень жестко. И это вообще было нереально как-то. Спектр эмоций получил, конечно, жестких. Всем спасибо за просмотр, удачи.